Ингрид Бергман, муза нынешнего Каннского фестиваля, озаряет своей улыбкой лазурный берег. Сегодня 68-й кинофорум в Каннах открывает свои двери. Все или почти все готово для тех, кто этим вечером появится на красной дорожке. Марафон продлится 12 дней. В ожидании праздника кино мы совершим прогулку по набережной Круазет и заглянем во дворец фестивалей. 19 картин смогут принять участие в споре за главную награду «Золотую пальмовую ветвь». Победители определит жюри под руководством режиссеров и сценаристов Итана и Джоэла Коэнов. Впервые председателей двое. Увидеть, чем живет кинематограф разных стран, в том числе российский, можно будет на кинорынке «Марше дю фильм». Он традиционно проходит параллельно Каннскому фестивалю. В основной конкурс полнометражных картин работы российских режиссеров не вошли. Фестиваль открывает лента француженки Эммануэль Берко с высоко поднятой головой. Легенда кино Катрин Денёв сыграла в картине одну из главных ролей. Фильм Берко в конкурсе не участвует.